Всем привет! Недавно мне достался лодочный мотор под названием Чайка. Сейчас он в процессе отмывки. В общем, он очень долго лежал, лет 20-30 не заводился. Он весь, скажем так, слипся, превратился в один сплошной комок железа. Вот у нас тут как раз, ну на самом деле практически полностью я его разобрал. Сейчас у нас тут отмокает краник и карбюратор, и мне очень не терпится показать вам весь этот процесс. Но сегодня вы посмотрите магию фотографии, магию мокроколлодийного процесса. Я не очень люблю фотографироваться, я вообще не люблю фотографироваться, но Дмитрий подкупил меня мокроколлодийным процессом, и я согласился. Итак, смотрим. И вот как оно выглядит без лака, сейчас покажу. То есть без покраски. Это покрыто лаком. Нет, это все покрыто лаком и покрашено. Да. Потому что еще мне нужно проэкспериментировать с задним фоном, потому что его есть очень много вариантов. Есть просто подкладывают черную бумагу. Есть мнение, что нужно подкладывать черный бархат. Есть мнение, что нужно красить черный цвет, есть мнение, что нужно красить матовый. Есть много мнений, все нужно все перепроверить. Ага, ничего себе. Сейчас мы видим магию. Вот это единственный фотопроцесс, который имеет, как бы он негатив, но он негатив в две стороны. Вот если его смотреть на белом фоне, то это негатив. Ага. Вот, а если его смотреть на черном фоне, то это позитив. Короче, все, что белое, все, что видно, это серебро, как металл. А все, что черное, это просто ничего нет. Прозрачно. Да. И серебро это, оно не выгорает с ним. Ага, ну так. Царапается. Да. Ага. Ну, поэтому и скрывается лаком, да. Ага. А лак какой? А лак нужно готовить самому. Есть специальное дерево, где-то оно же не у нас, называется сандарак. С него делают смолу. Какое-то магическое название. Да, и лак делается из этой смолы. А какой объектив используется? Там просто, насколько я понимаю, чем выше чувствительность, тем интереснее. Объектив в идеале купить латунный. Старый, сейчас этот Индустар 51. Угу. 4,5-210. 210 это он примерно полтинник. Угу. Но это не самый лучший объектив для этого дела. Ой. И камера тоже не самая лучшая. Я ее просто взял из того, что я нашел. Ну для... опять же, для попробовать. Да. Попробую вообще получится или нет. Если получится и будет смысл, то конечно, да, тогда можно что-то покупать более подходящее. А более подходящие это камеры, которые старые, очень, и объективы, которые там, например, 1700-х годов. Они латунные, большие такие, потому что сильные. Потому что света надо много. Плюс оно еще цвет меняет. То есть не меняет, а экспонирование происходит в других частях спектра. Из-за этого передача цветов, она отличается от того, что мы видим. Вот эти, блядь, чуть-чуть подвязшие. На фото они черные.
Потому что экспонируется в синем свете, а желтый, красный, коричневый, зеленый, он практически черный. Вот. А по сути вот то. Ну, есть, конечно, разница, согласен. Сейчас. Вот. Интересная история у фотографии. Ну, телефоном 200 миллиметров. Телефоном 200 миллиметров. Да, класс. Этот куст пилили уже, к сожалению. На заднем фоне этот куст. Да. Должна она быть. Должна она быть. Короче, Кирилл, смотри. Вот вообще нифига не наш вариант. Да снимай меня как-нибудь. Так может музыку все-таки выключить, потому что может... завозмущаться YouTube. Да, вот именно. Они мне монетизацию меняют, а мне не надо монетизация, мне видео на YouTube. О, не на YouTube, а на Patreon. Шо, ты готова снимать или нет? А? Да. Когда будешь готова? Уже давай включай. Hello friends, it's me, Dmitry Baev, and you are on my Patreon channel. And today I'll do something new for you. I suppose it will be men's portrait. So and for men portrait, it's the best decision is beauty dish without soft silver inside, and maybe I think with greens. We'll see. I'll start just from beauty dish, silver inside without grids, and later maybe I'll try everything and we will see the results a little bit later. Вот. Взял, покрасил. Черный баллончик, белый. Угу. Ну, и фоткаю. Значит, от времени белый выгорел, стал желтый. Угу. Пожелтел. Вот. И оказалось, что вот этот вот желтый дает теплый свет. Дает теплый свет. И зачастую для женского комплементарного портрета это лучше, чем любой другой свет. А можешь просто сесть и ходить? Можно вот так. Что не было видно? Тут что-нибудь? Ничего не видно. Раньше по технологии, для того, чтобы помыть стекло, люди делали специальный состав. Это смесь мела обычного и спирта. И им нужно было сделать специальный станок, в котором фиксировалось стекло, полить его мелом, перетертым, разбавленным в спирте, и полировать поверхность. В наше время достаточно средств для мытья посуды любого, оно достаточно хорошо моет и достаточно обезжиривает. Да.
когда начал заниматься фотографией, у меня изменился кругозор, мирозор, мироощущение и взгляд на некоторые вещи. И отправной точкой было осознание того, что мы видим не то, что мы видим, а то, что нам мозг, наш мозг показывает нам. Глаз – это же кристаллик, через который попадает свет на сетчатку. Любое изображение, которое проходит через... Кристаллик – это линза. Mm-hmm. Любое изображение, которое проходит через линзу, оно переворачивается. Mm-hmm. Но мы же-то видим все в нормальном формате. Но глаз-то воспринимает изображение перевернутым и передает этот сигнал в мозг, а мозг его переворачивает и выдает нам, переворачивая его. Uh-huh. Внося свои искажения. Да. Соответственно, то ли это, что мы видим, или оно, это то, что нам, наш мозг позволяет нам увидеть. А позволяет он нам увидеть только то, о чем мы знаем. Ну, типа, что если я об этом не знаю, то этого нет? Если мы, мы просто не способны видеть или понимать то, чего нету в нашем мирознании. Хорошо, это... а как же тогда с людьми, которые совсем не видят? Да фиг его знает. Это как цвет. Раньше же синего цвета не было. Не было. Если взять очень много старых из текстов, где нету синего цвета. Это эволюция какая-то? Люди его не видели. Они не знали, что он есть. А потом он появился. А, наверное, может, какие-то болезни, гены. Может быть, что угодно. Не слышал никогда, надо почитать. Есть. Это... Очень много про это рассказывали. Прям такие уважаемые мною люди. А, ничего себе шкаф. Все. Серебряная ванна, да? Ага. Она, я даже не знаю, это ж... Короче, это прибор, который позволяет пластину погружать не вертикально, не горизонтально, а под 45 градусов. Там внутри стеклянная емкость, ага. А в стеклянной емкости залит нитрат серебра, водный раствор нитрата серебра. Он меняется через какое-то время, да? Нет, он только фильтруется через определенное время. Фильтруется и нужно ареометром замерять его плотность. Он должен быть определенной плотности. Ну, это получается уже после экспонирования, правильно? Нет. Вот эмульсия. Угу, о господи. Да. Эмульсия наносится на пластину. Угу. Погружается в нитрат серебра. Угу. Серебро, которое содержится там, вступает в реакцию с солями, с йодидами и с бромидами. Угу. И преобразует серебро в галогениды серебра. А галогениды серебра становятся чувствительны к свету. Угу. И позволяют экспонировать. Это эмульсия выдержанная, готовая к работе, а это свежая. Она постоит 2 недели, станет вот такой. Да пускай идет, господи. Таможня дает добро. Мне все время в детстве было. То нельзя. Все нельзя. Никогда не понимал, что мне все нельзя. Делаешь, уходит.
Еще и натрия не развел. Я брошу по течет прям. Прям реально все провтыкал. Да, скорее всего, что человек очень сильно продуманная штука, вот даже с этой же переворачиваемой картинкой. Ага. Просто если это все понимать, то начинаешь вообще по-другому смотреть на разные вещи. Ну, в частности, на эволюцию. На эволюцию, на даже на ту же самую. Вот меня, например, это очень сильно изменило мое отношение к живописи и к цветности вообще в целом. Просто с другой стороны, если программу ту же самую Photoshop, к примеру, да, создавал человек, то а Photoshop показывает, что на самом деле это не зеленый, а желтый, да? Угу. То как он знает, что это желтый, если калибровал его человек? Мне кажется, он разбирает все на цифры, угу, и по соотношению этого трех цветов. Может быть, да, да. Это есть шикарное правило. Вот, как понять грамотность цвета вот в коже у человека? Вот как понять, что кожа правильного цвета, что вот она нормальная? Как? Берешь, открываешь в фотошопе, берешь пипеточку, там есть такая пипка, инфо какой-то там, я не помню этих названий. И жмешь на кожу, будет информация о цвете в трех каналах: RGB, красный, зеленый и синий. Вот. И нужно смотреть на шаг между цветами. То есть если один, например, там 30, второй 70, а один из них 500, ну, образно, значит неправильно. Шаг должен быть примерно одинаковый, там, например, между ними. Должно быть какое-то примерно одинаково похожее среднее количество единиц. Вот и все. А если сильно провал в каком-то цвете, его или нету вообще, или переизбыток, ну, можно будет предположить, что неправильно. Я так как-то по доброте душевной девочка, одна фотографа детская, постила фотографии постоянно. И они все были желтые, вот прям желтые лица были, прям, ну, не, ну прям видно было, некрасиво. Я тогда наивный еще был, лез это всем помогать советами. И люди, специальные художники, фу, вообще что-то мозгами еду. Бармен, который наливает не на глаз, а по мерному стакану. Это да. И кассету надо взять тоже. Позже или уже сейчас?
Главное не хранить здесь бутылочки с алкоголем. Ну, спиртяга стоит. Можно выходить пока. У нас 4 минуты теперь есть. Угу. Выходить, да? Угу. Так, сейчас. Цвет. Закрываюсь. Это готовая пластина, да? Ну, в какой-то мере. Видишь, матовая стала, как молоко. Я так на картинке вижу, да, что что-то изменилось, но я просто вижу ее только на экране. Бежим фоткать. Угу. Yeah.
Знаешь, что меня больше всего удивляет вот в этом всем? Что люди выглядят на этих фотографиях по-другому абсолютно. Спасибо большое. Похож? Похож.